Ну, продолжаем тему сознания. Тут я хочу как бы немножко подхватить доклады Игоря и продолжить разговор, который мы в свое время с Булатом вели. Я хочу поговорить про память, как такой бюрократический механизм. Вот. Я бы сказал, что это будет психоаналитическое определение памяти. Итак, что мы имеем в качестве расхожего понятия памяти? Обычно мы считаем, что мы помним то, что было. В самом широком смысле понятие «было». Да? То есть оно могло быть дано нам в качестве перцептивном поле, как вы говорите, да? То есть в качестве некоторой картинки, и мы это помним. Мы можем считать, что мы помним то, что каким-то образом было воспринято нашими органами чувств, пусть даже неосознанно, и влияло тем самым на наше поведение, то есть каким-то образом было обработано, я бы сказал так, нашим вот этим механизмом восприятия, и к чему-то привело. Вот это такое классическое понятие памяти, с которым я хочу немножко как бы поспорить, вот, сказав, что вот это память животного. То есть животное существует в настоящем, оно все, что как бы к нему приходит, оно справляется с этим, и это как бы переваривает тут же, не отходя от кассы, то есть как бы в системе реального времени. И тем самым оно как бы не разорвано во времени, оно присутствует всегда здесь и сейчас. Мы знакомы там с дискурсом экзистенциализма, таким поверхностно понятым дискурсом экзистенциализма, который призывает нас быть здесь и сейчас. Так вот, на самом деле, я считаю, что здесь и сейчас существуют как раз животные. Вот. А человек отличается тем, что он выступает как некий бюрократ. Значит, вот смотрите, приходит к нам поток данных, да, поток каких-то воздействий на наши органы чувств. Ну, то, что Игорь называл, как ты назвал это, поток данных или как? Ну, как-то поток, да, поток. Вот он приходит. Пока система способна как-то его обрабатывать, справляться с ним в реальном времени, она как бы это может делать, она это делает. Но как только поток данных превосходит ее возможности, представим себе здесь вот такого бюрократа, который может быть немножко ленив, как бы, или просто действительно слишком много приходит к нему каких-то заявок, обращений. Что делает бюрократ в такой ситуации, когда как бы он не справляется? Вот, или когда ему лень, да? Что он делает? Перенаправляет. Он перенаправляет, совершенно верно. Он как бы перенаправляет, он отправляет, скажем так, эти все обращения на большой круг. Я бы так это назвал. То есть к нему что-то приходит, а он говорит, подождите, как бы, прежде чем обращаться ко мне, вы, пожалуйста, соберите там разные справочки в разных инстанциях. Соберите их, ну и потом возвращайтесь. Ну, может быть, он присваивает номер обращения, да, чтобы как-то потом идентифицировать. То есть, ну, как бы, присваивает какой-то незначащий номер, но ни в какое содержание он не вникает. К нему приносит, он говорит, нет, я не буду это читать, пока вот вы не пройдете все эти инстанции и не вернетесь ко мне. Казалось бы, если все пойдут через эти инстанции, да, и к нему благополучно вернутся, то он ничего не выгодает, потому что он всего лишь на время отсрочит, так сказать, вот этот свой фиаско, свой этот коллапс, да, и волна накроет его еще сильнее. Но благодаря тому, что как бы не все доходят, да, некоторые там прошли 2-3 инстанции, думают, да ну нафиг все это, не пойду я, и где-то вот здесь остаются и не возвращаются. Таким образом он выходит из положения, пускает как бы вот эти все восприятия на большой круг, и когда они к нему уже возвращаются, он может им уделить какое-то внимание. Более того, получается так, что он большей частью работает не с тем, что здесь и сейчас, а с тем, что когда-то было. Но было не в том смысле, что оно было как наличное, было как что-то содержательное, да? То есть оно никогда не являлось ему на самом деле в полноте своей и вообще в каком-то содержании. Это было как некий номер, да, который он отправил путешествовать по инстанции. И только вот потом он встречается с этим, но встречается с этим как вернувшимся, но первый раз. Да, у Деррида есть такое понятие о том, что вот призрак, и когда призрак является к нам, какой-то там призрак отца Гамлета, является к Гамлету, он с одной стороны является первый раз, это первое появление призрака, но всякое появление призрака это всегда уже возвращение, вот, странным образом. Вот таким образом, я считаю, можно считать, работает память, если понимать ее так психоаналитически, непростым способом. То есть мы
мы помним то, чего не было на самом деле. Вот. И за счет этого возникает вся та история непростого человеческого существования, вся эта сложность, вся та наша возможность существовать не во времени, а как бы немножко так выступать за это время, вот, быть неравными самим себе, быть неравным своим воспоминаниям, что-то забывать, опять же, вот этот механизм, это способ забывания, в первую очередь. Активного забывания. Да, активного забывания. Не просто случайного, пассивного, активного забывания. Вот. Собственно, вот так, да. Мне понравился просто этот образ бюрократа, потому что я в свое время немножко в госструктурах поработал, и я понимаю, что вот идет поток, надо его перенаправить. Вот, собственно, весь доклад. Вопрос тогда можно? А если вы говорите, вы работали в госструктурах, да, и вы понимаете, что надо поток перенаправить, а почему вы приняли такое решение, что поток надо перенаправить? Ну, потому что он слишком большой. Как бы, если он огромен, да, если как бы физически, либо люди должны стоять ждать, вот здесь скапливаться, да, вот такое, скапливаться, и когда-то палатину прорвет, и все будет. Либо они, я иронизирую, естественно, да? Да. Ну, а вам не приходило в голову обратиться к вышестоящему? Так это и есть, это тоже самое и есть. А, вопрос-то такой, ну хорошо, допустим, вот как там было сейчас как фраза, ну неадекватен сам себе или да, не равен сам себе, да. Но ведь есть, наверное, предел, до чего можно довести неравенство самому себе, потому что в какой-то момент это будет, ну, сбой его, да, вообще. Нет, естественно. Я бы тут вообще как бы, мой посыл состоит вот в чем, что большинство практик, вот таких развивающих практик, если вы посмотрите, это могут быть какие-то восточные практики или какие-то современные психологические практики, они все стоят на том, что вы должны как можно больше осознавать. Вы должны как бы вот мимо вас что-то проходит, осознавайте это, осознавайте то, осознавайте, как вы ходите, как вы едите, что вы говорите и так далее, да? То есть вот буквально, не знаю, 99%... Здесь, сейчас. Да, да, 99% всех этих тренингов построено на том, что вы должны осознавать. А общество требует разотождествления. Так я говорю, а на самом деле вот это вот стремление к полному осознаванию парадоксальным образом ведет нас к животному. Мы возвращаемся, как я считаю, да. Да? Это, конечно, может быть не доказано, но в рамках этого выступления. Не, я абсолютно согласен. Да. Вот, но парадоксальным образом, кто живет в настоящем? А вот это вот механизм, это животное, которое как бы справляется. Вот. Может быть, и понятно, что почему оно справляется. Потому что как бы, ну, у него вот это вот, условно говоря, там... градации восприятия. Антон, у меня тогда вот такой был бы вопрос. Хорошо, но понятно, что мы в очень неестественной среде живем для нас, и выстраиваем новую, и куда-то там все движется, непонятно куда. Но в более естественной, наверное, живут вот более простые народы. Вот у них, допустим, ну, да, там, не знаю, крайнего севера Африки, там, Индии, у них точно такой же бюрократ, или все-таки у них это не Мне происходит? Кажется, у них как бы, ну, как минимум этот круг меньше, да, то есть у них как-то вот этот разрыв, хотя... Хорошо, где тот минимальный круг бюрократа не будет? Но понятно, что животным человек тоже не будет, потому что ну он... Ну да, да. Нет, да. Давайте просто начнем. Почему поток нужно зациклить? Нет, потому что есть вопросы, на которые нельзя... Ну вот я еще даже вопроса своего не закончил, а ты уже настаиваешься. Где минимальный круг, на котором человек может остановиться? Это же модель, какой минимальный круг? Ну я-то думаю, что просто... Чтобы бюрократа этого не было. Я имею в виду, ну вот как ты это просто видишь, потому что тут понятно все, да, требуется функционал некий, и не возникает торжества самому себе. У животных человек не будет, потому что он все равно больше его, да, даже вот где та ниша для тебя, кажущаяся идеальной, когда человек, он все равно уже не животное, но еще не начинает... Нет, я-то просто думаю, что этот круг как бы будет нарастать, и пусть он нарастает, да, то есть я думаю, что это вот как бы система, которая каким-то образом идет в разнос, да. Вот, но это позитивно, вот странно. То есть ты не считаешь, что это надо сокращать? Я не считаю, что это надо сокращать, да? То есть в основе вот этого круга лежит вот это нетождество самому себе, это соотнесенность с самим собой как неприсутствующее. Ну, вообще вот, это элемент просто эволюции. Да. То есть на самом деле, вот Булат, на все твои вопросы тут можно ответить, что мы просто на острие перерождения из... Ну, как бы... Да, нет, не так. Просто ты все какой-то позитив, там, прогресс, а тут же вопрос идет о том, что есть нерешенные проблемы, которые не решатся никогда. Да, так это и суть. Они будут в бесконечной отсрочке этой находиться. Нет, ну здесь речь... А это может привести к смерти?
Нет, просто бесконечно. Здесь просто... идет речь о метафизике неприсутствия. Да? То есть есть так называемая там у Хайдеггера или у Деррида метафизика присутствия, когда мы мыслим нечто, исходя из данности здесь и сейчас, исходя из того, что оно вот может быть как бы актуально быть дано. Вот, и исходя из того, что оно изначально дано, да, что, допустим, что начало, как бы это начало, да, вот, а не так, что начало приходит потом, да, в этой схеме то, что в начале, оно приходит к тебе потом, вот, здесь как бы перевернута темпоральность каким-то образом, да, то есть она, по крайней мере, как-то нарушена, вот. Нет, я так хотел сказать, что на самом деле... проблематичность это нашего бытия, то есть те вопросы, которые будут вечно в этом круге крутиться, просто потому, что на них нет ответа. Более важно, чем то, что как бы вот что-то все считают, что какая-то прагматика простая. Я не вижу, что здесь речь идет о каких-то вопросах, да, которые возвращаются. Я говорю про в данный момент просто про самый банальный уровень вот, как бы, ну, чувственной достоверности, чувственного восприятия. То есть мы воспринимаем не так, что мы восприняли, и вот оно есть. А так, что мы как бы отправили, вот на нас идет поток, а мы его как бы куда-то перенаправляем, и потом он к нам возвращается, понимаешь? Пройдя через какие-то инстанции, может быть, трансформировавшись здесь как-то, да? Может, еще бы... Тогда непонятно, причем есть экзистенциализм здесь. Потому что экзистенциализм начинается с того момента, когда ты перенаправляешь этот поток на самом деле сам. То есть это твое решение. А не потому, что на самом деле случилось так вот. Где же тут, если с тобой это случается, чем это отличается от животного? С ним тоже случается что-то. Человеком случается сложнее, с животным случается менее сложно. Вот если ты сам его перенаправляешь, прекрасно понимаешь, что нет ответов, нет возможности решить, нет возможности запечатлеть там, или что-то в этом роде сделать. Бесконечное подвисание. Ну вот как бесконечная раз, срочка. Как раз как бы различие между экзистенциализмом и такого рода постструктурализмом состоит в том, что упор в понятии человечности, упор стоит не на том, что ты там сам что-то решаешь или не решаешь, а на том, как бы вот так ты существуешь или по-другому. Да? Ну, то есть это не бы, существуешь ли ты как нечто самотождественное, вот, как нечто равное себе, как нечто наличное и в наличном мире, да, ну тебе здесь сейчас. Или ты существуешь как бы в постоянном состоянии постоянного разрыва, как бы неустранимого, в состоянии постоянного нетожества. Какое-то опоздание, отсрочки, да, то есть ты как бы все время опоздал, понимаешь, к настоящему. Ты вот как бы к настоящему все время опаздываешь. Где там это настоящее? А ты уже опоздал. Ну, если я правильно понял твою затею, то есть поступают к сознанию, на сознание допирают некоторые чувственные данные. Да, такой чувственный подход. Ну, на тело, да. Тело. Сознание с этим обращается грубо и превращает все эти чувственные данные всего лишь в знаки. И вот эти знаки... Это не очевидно. Тут я затрудняюсь. Потому да? что... Ну, я просто мне я так во понял, что оно превращает, да? Да. Я так понял, что вот это присвоение номера, то, что ты говоришь метафорически, да? Это как раз именно превращение в знак, потому что, и ведь, собственно говоря, память наша имеет дело не с самими вещами, ну, да, конечно. Оно имеет дело со знаками. Вот да. И все. Они там циркулируют, они либо связываются в что-то более-менее устойчивое, либо рассыпается эта устойчивость, но это именно знаковая устойчивость. Это то, что не есть. И в этом смысле это, конечно, не метафизика никакой наличности, это вот махровый пост всего. Вот. Я почему называю это психоаналитическим понятием памяти? Потому что, если вы вспомните такой концепт, как вытеснение психоанализа, в чем он состоит? Вот на психику, да, в данном случае здесь будет психика стоять, на психику оказывает воздействие некий аффект, ну, это, наверное, неправильно, не по-русски, но вот психика имеет некий аффект, да, вот, что-то на нее воздействовало. Если это воздействие ей по силам, говорит нам психоанализ, то она как бы на него как-то реагирует, отвечает, она его как-то обрабатывает, она воспринимает его. Ну, как там, они используют достаточно, там, Фрейд, какие-то, по-моему, достаточно простые понятия, как-то надавили на что-то там, отпечаток остался в таком духе, да? Вот. Но если вдруг мы говорим о каком-то травматическом событии, которое превосходит все возможности психики отреагировать, которая как бы не вмещается, которая грозит просто разрушением всей системы. Что делает психика? Она его вытесняет, она его отторгает, она его отправляет вот на этот далекий круг. При этом
оно не было дано в сознании, то есть оно как бы не было актуальным. Поэтому как бы его нельзя вспомнить как то, что было. Вот, оно является там в виде каких-то снов, в виде каких-то фантазий, еще чего-то. Вот, и, так сказать, ну, позитивная работа какая-то, психоаналитика, состоит в том, чтобы как бы вот это таки произошло, да, явилось, было все-таки как-то этой психикой переработано и... Я бы сказал, что это все-таки элемент памяти. Ну, то есть это не есть наша память. И, то есть первый вопрос, который у меня был, а какую проблему мы решаем? Есть огромное количество проблем, связанных с сознанием и с памятью. Ну, я, и я, есть экспериментальная база большая. Да? Меня интересует и... философия, поэтому я решаю, что в памяти человека говорит о нем как о человеке. Вот так. То есть, конечно, у нас есть вот эта память, как бы... то есть, если поток идет, то он не справляется, да, он не все перенаправляет, что-то он как бы перерабатывает и реагирует на них соответствующим образом, да, то есть вопрос в том, что не все, вот, не все, и какие-то вещи, особенно как бы превосходящие возможности, вот они идут таким путем. То есть, да, это не вся память. Память, она также как бы действует и... Тут самый большой вопрос такой, что называть памятью? Потому что есть как бы расширенный вариант, когда, ну вот, все, чего как можно извлечь, скажем, под гипнозом, или где-то там человек, даже, скажем, те феномены, когда человек начинает разговаривать на языке, который никогда не знал. Относить это к памяти или относить. Либо то, что он как бы осознанно может вспомнить, и то, что он осознанно запомнил. То есть то, что было дано в сознании, он запомнил, потом может извлечь. Искаженный или как-то, ну, как бы понимает, что это был я был в детстве, я был в этом месте, здесь помню, запомнил что-то. Ну, что называть памятью? Я называю памятью в данном случае. Я как бы начал с вот этого классического определения, которое потом немножко так оспаривал, хотя оно все равно сохранило свой смысл. Я называю памятью то, что механизм, да, вот памяти, который обеспечивает нам возвращение того, что было, или предстает как бывшее, да, то есть вот нечто возвращается к нам, нечто является к нам в наше перцептивное поле, если угодно, да, вот. Но оно является не просто так, как нечто вот данное, а как нечто бывшее, то есть оно промаркировано как то, что было, оно, ну, как воспоминание, извините, да, то есть оно возвращается таким образом, и вот механизм вот этого движения, возвращения, я называю памятью, но я тут уточняю как бы всю дорогу, да, что удивительным образом оно возвращается к нам как бывшее, но оно не было. Вот, в полном смысле этого что-то слова. Да, а что-то нет. А, да, да. Что-то да, а что-то нет. Да, типичный да. пример, когда... Оно не обязательно было, хорошо, да. И поднимается человек по лестнице к мастеру, мастер-гипнотизер, он говорит, помнишь, сколько ступенек было? Да. Не помню. Удар по голове, все, 20 было ступенек. Вот да. Запомнил он или не запомнил? Было у него в сознании несколько количество ступенек? Ну, раз вспомнил, значит, запомнил. Можно так сказать. Да. Вот. Есть еще один момент по поводу вот этого потока. Да? Uh-huh. А он же... Либо мы говорим о бесконечном потоке, который одинаков для всех, и для животных, и для человека. Потому что поток, вот кто приходит... Вот. Либо то, что способен воспринять человек, и то, что способен воспринять... То есть лягушка воспримет гораздо меньше, не потому, что у нее меньше поступает, ну, а потому что ее такое устройство. Потому что, как бы, вот, скажем... Ее сложность, если очень, очень грубо сказать, да, то вот та понятийная, не знаю, там, знаковая, какая угодно структура, да, которая принимает себя, да, она гораздо беднее у животного, поэтому она справляется. Того же бюрократа может сказать, да, может сидеть Акакий Акакевич, который все будет посылать, ничего не воспринимает, а может сидеть какой-то образованный университетский чин, и он не будет, все проблемы будет решать. Таких, получается, плохие бюрократы, да, и вот они как бы сразу смотрят. Совершенно верно, да. Они слишком много экзистенции. Да, да, они слишком много думают, как бы. Тут надо поставить штамп, да, как бы, там, согласованно или там, допустим, отказать в работу. Подожди, вот. Работа бюрократа – это не думать, а работа бюрократа – это… Штампки ставить. Нет, брать ответственность.
Когда он ставит печать, он берет ответственность, что все нормально, все проверено. Не-не-не. Бюрократическая система строится как раз наоборот, чтобы снять ответственность. Нет, ну вот эти вот круги на самом деле, это круги снятия себе ответственности. Ну, в этом смысле я и говорю, что это как бы работа бюрократа, да? Нет, как бы... Каким образом не взять? Как бы позитивная работа бюрократа, как бы, то, что не думать же, правильно? А позитивная – это решить проблему, то есть взять ответственность. Поставить печать, значит, подписаться, все. Значит, ты будешь виноват, если что-то не так. Да не отвечает никак. Да дело не в этом. Дело не в том, что там нужно принимать решение или не принимать. Просто стоит толпа, понимаешь? Вот в чем дело. Стоит толпа у двери, и ты как бы не успеешь ее сегодня принять. Вот ну не успеешь. А завтра будет еще большая толпа. Просто эта же модель, на самом деле, можно рассматривать как модель сознания. Да? Ну, я об этом и говорю. На более высокий уровень поднять. Не на, то, на уровень там каких-то чувственных. Ну, естественно. А более выше поднять. Где уже бюрократ, это тот, кто решает. Да? То есть, как сознание. А скажи, пожалуйста, тогда, а где тут, может быть, допустим, схожесть или отличие от того, что вот, мы видим в компьютере, да, который точно так же задачи распределяет, принимает, отказывает, вставляет в очередь. Ну, в каком-то смысле, как бы вот эта система бюрократическая, там, система менеджмента задач, да, она реализована везде, да. И как бы сама по себе она не является чем-то удивительным. Там. Я лишь говорю о том, что удивительно, что она, как мне кажется, да, вот в этом мой посыл, заложена вот на уровне наших как вот этих сознательных процедур. Да, то есть наше сознание функционирует как в этом смысле, как вот такой, как бы. Ну, не то, что ленящийся субъект, да, но как субъект, который действительно стремится избежать восприятия. Да? Да. У меня есть свой ответ на твой вопрос, Сергей. Тут как бы в некотором смысле это полная противоположность, потому что компьютер сконструировал таким образом, что для него потеря вот этих пакетов гуляющих, это катастрофа, вот, да? Это катастрофа, которая с некоторого порога просто ломает всю систему. В бюрократической системе, наоборот, чем больше пакетов потерялось, тем лучше. Это условие возможности существования, да, то есть если как бы, если они все вернутся, то система захлебнется и как бы психика разрушится, сознание не справится, да, то есть. Фильм «Бразилия», ты смотрели, наверное, как там по трубам пускали эти всякие письма там. И один просто взял, соединил две трубы, и мимо него все проходило. А потом где-то случился там просто взрыв такой. Ну, это как бы плохая система, видишь, в которой письма не теряются. Да, вот, да, и там так, происходит... Так нельзя. Так нельзя. Должна быть... В помойку надо направить. Да, вот прямо туда. Вот. И тогда система бы функционировала как часть. Никаких сбоев, да. Ну вот, ты знаешь, просто я думаю, что если развивать эту идею со знаками как представление о сознании, то тогда ведь должно, видимо, получиться рано или поздно, что само сознание есть знак себя. Ну, конечно. Так как оно и есть. Ты думаешь, так просто понять, что он сказал? Сознание есть знак сознания. Вот так. В сознании есть знак сознания. А вот я бы тогда для точности, ведь знак это что? Знак это обозначение, но это в то же самое время фикция. Вот вы вот здесь уравняете на фикцию, тогда получится сознание это собственно фикция себя. Ну, знак это как бы... Безусловно. Но ты как-то позитивно на это реагируешь? Здесь просто большая проблема. Нет, почему? Это я просто с улыбкой реагирую, понимаю весь трагизм ситуации. Нормально, да. Так и надо, да. Да. Ну да. Но знак это действительно такое средоточие неприсутствия, да, знак указывает на то, что здесь не дано, да. Хотя это, конечно, в качестве косвенного подтверждения, да, вот это сартровское «я мыслю, следовательно, я был», оно же именно поэтому... В общем, да. Я поэтому и сказал, что как бы я говорю про наивное обращение экзистенциализма, да, как бы какое-то расхожее. Может быть, если быть более аккуратным с этими товарищами, да, им такие обвинения не так легко будет предъявить. Ну это как всегда. Да. Ну вот, я не знаю, есть еще какие-то вопросы.